Абай проспекті бұлды қолға алған болатымыз, соны биылмен бастап, небәрі бір жарым екі айдың ішінде қол жасап біттік. Екі шақырым септегінде 5 шақырымға жуық жол. Бұл Абай проспектісінің бойында спорт сарайы бар, автобекет бар, басқа да көптеген тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар бар. Бірінші қалалық аурухана осы жолдың бойында, сондықтан да осы көшені жасадық. Вы знаете, что проспект Абая является основным магистралем нашего города. В прошлом году мы комиссионно решили, что обязательно здесь надо проводить средний ремонт. Это полностью замена асфальтового покрытия. Ремонт был сделан 12 лет тому назад. Проспект соединяет промышленные зоны с городом. И очень много социальных объектов. Это школы, больницы, дворец спорта, автовокзал и так далее. Поэтому, если считать обеих сторон, это более 5 километров. И сейчас вот за 2 месяца все работы завершены.